Я бы в жизни не пошла на дом 2. Я вернуть бы мое время, вот 2,5 года назад, там усолят все вдоль и поперек. Хочешь прийти на проект, блядь, и твою честь и достоинство, чтоб унизили. Там просто тебя наизнанку. Там все, у кого какое-то прошлое, блин, вообще нельзя ходить на такое шоу. Там вся тайна становится явным. И тебя там просто так будут распинать. И просто тебя там, я не знаю, ты пришел там туда человеком, а вышел непонятно кем. Все. Да. Ну разве можно так? И при этом они себя не чувствуют, они не виноваты. Они выставляют, то есть, ну, это ты такой, то есть. Ты на показ, ты согласился, и типа нефиг жаловаться, хотя они провоцируют. Они перекручивают, они выставляют так. То есть где-то ты пошутил, они не могут подыграть.